Канаше в этом году активно реконструируются дороги. Тысячи метров асфальтированного полотна уже положено, но впереди еще много работы. Необходимо закончить капитальный ремонт до начала холодов. Разбитые дороги, выбоины, отсутствие тротуара. К этому уже привыкли жители улицы Железнодорожная. После многочисленных жалоб и представлений в прокуратуру города за дорогу наконец взялись. К концу ноября более 1,5 километра новой дороги и 3-метрового тротуара пустят в эксплуатацию. Это не единственный участок, на котором идут ремонтные работы. Такой же идет капитальный ремонт дороги улицы Ильича. Там подрядчик «Чувашавтодор». В последнее время они усилены, тут взяли за этот объект, там с устройством дренажной ливневой канализации, тоже большой участок дороги, там протяженностью 1200 метров, вот, от улицы Трудовой до улицы Янское шоссе. В городе также отремонтированы уже дороги по 30 лет Чувашии, по улице Некрасова, улице Трудовая. Сейчас ведутся к завершению работы по ремонту улицы Чебоксарская, улица Филатова и по улице Шихраны. Там не столько дорога, сколько тротуары делаются. Не только автодороги, но и дворовые территории отремонтируют к зиме. 10 дворов города приведут в порядок. Особое внимание к качеству. Дорожники обещают, что новый асфальт прослужит долго. Но если в течение 4 лет дорожное полотно не выдержит зимних морозов, постоянной беготни детворы и ежедневных поездок самосвалов, то подрядчики переделают работу за свои средства. Алена Алтухова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.